Всем добрый вечер. Огромное спасибо всем, что пришли на наш концерт. Отлично. То есть еще одна и все, да? Сегодня не очень обычный концерт. Вот. Во-первых, хочу представить музыкантов, которые играют. Александр Зингер, барабаны. Аркадий Новиков, контрабас. И Смирнов. Андрей Красильников, саксофоны. И вокал. Нет? Вокал. Владимир Нестеренко, флейта. И меня зовут Алексей Ветлер. Мы начинаем. Первая пьеса, которую мы сыграем, называется, я ее назвал Синдерелла Про, то есть Золушка, композитор Сергей Сергеевич Прокофьев. Флейтист попросил меня. Thank you.
Золото. А теперь немножко легкой, но грустной музыки. Сегодняшняя программа называется «Скрябин, джаз и дужин», но дело в том, что большинство произведений все-таки Сергея Сергеевича, поэтому с этого момента. Итак, я сделал аранжировку на очень известное произведение Александра Николаевича, на его первое произведение, фортепианный этюд. Но немножко его переназвал, получилось Скрябин's Mood. То есть есть Parker's Mood, есть Monk's Mood. А теперь появился еще и Скрябин. Thank you.
Спасибо вам. Сейчас еще одна аранжировка на известную композицию. Караван не подсказывает. Сергей Сергеевич Прокофьев, опять возвращаемся. Прокофьев джаз иллюжн. Сергей Сергеевич Прокофьев написал «Гавот», но не тот «Гавот», который самый известный. Немного раньше он написал, по-моему, в детстве. Очень возможно, что он написал его в детстве. Я его даже переназвал, называется «Гавот Про».
Макар Новиков. Андрей Красильников. Вадим Алексеевенко. Сейчас идут отдыхать, а мы сыграем известную пьесу, достаточно известную пьесу Петра Ильича Чайковского «Средь шумного бала». Никто не хочет спеть? Хорошо. Thank you.
Thank you.
Спасибо. Александр Зинга. Как мы это? К нам присоединяются Андрей Красильников и Владимир Дитеренко. И мы хотим сыграть пьесу под названием «Шостакович». Красивое название, да. А самое главное, что оно само за себя говорит. Я выбрал как раз где-то на третьем, на втором курсе. Мне мой шеф дал прелюдию фугу Шостаковича, фа минор. Я решил что-то из этого придумать. Фугу я не трогал, потому что там очень все сложно. Вот эта прелюдия подлежала небольшой обработке. Итак, Шостакович.
Александр Зильбер, барабан. Макар Новиков, контрабас. Андрей Красильников, саксофоны. Владимир Костеренко, приехал. Алексей Бейкер, подвижение, аранжировки. Спасибо огромное, что вы сегодня пришли нас поддержать. Небольшой анонс. Дело в том, что это не весь сегодня наш состав и далеко не весь репертуар. Хочу сделать небольшой анонс. 10 числа мы играем концерт на Ордынке, училище. И с нами будет вокализировать Анна Бутурлина. Там немножко будет другой репертуар. Кстати, к нему может готовиться. Репетиции. Ну, сейчас. Итак, всем огромное спасибо. Круто.